Приветствую вас в этом видео. На связи Вячеслав Опилкин. И сейчас я вам хочу показать, как нужно зарегистрироваться в проект «Живая очередь», то есть как это сделать грамотней и показать все дальнейшие ваши шаги. То есть под этим видео будет ссылочка на «Зарегистрироваться в проекте «Живая очередь». То есть нажимаем на нее. Вот у нас открывается вот такая вот страница. И здесь, в принципе, нам нужно будет только нажать на кнопочку «Регистрация». То есть, если вы уже регистрировались в проекте Просто Гейм, то есть вам этого делать не нужно. Вам нужно зайти в свой личный кабинет Просто Гейм и там нажать на кнопочку «Живая очередь». А я покажу, то есть, полностью процесс регистрации для новых пользователей, чтобы все им было понятно. Так, нажимаем кнопочку «Регистрация». То есть, в эти поля мы вводим свое имя. Можно имя записать полностью. Олег, там, например, Иванов какой-нибудь. Почту свою вводим. И вводим свой телефон. После этого нажимаем на кнопочку «Зарегистрироваться». Все, ждем. И вот нам открывается такое окно. То есть здесь уже идет подробная информация по проекту Просто Гейм. То есть он нам, если вы еще здесь не зарегистрированы, он нам в дальнейшем понадобится, потому что будут начисляться различные призы, подарки. И также будут добавляться вот в виде подарка, как матрица в этом проекте. Все, то есть здесь вы можете, в принципе, все это посмотреть. Приветственное видео посмотреть, что это за проект. Я сейчас этого делать не буду, я вам покажу, как нужно зайти, как вам нужно зайти именно в проект «Живая очередь». То есть это мы. То есть это можно нам сейчас нажать не сейчас. Так, и он здесь просит посмотреть это видео. Все, пропускаем все эти, перейти к тарифам. Нажимаем кнопочку, и вот у нас открываются тарифы. Но сейчас мы можем, в принципе, их не оплачивать, а нам нужно зайти в раздел «Меню». Вот, и в разделе «Меню» у нас уже как раз таки появляется вот эта вот кнопочка «Живая очередь». То есть с помощью вот этой кнопочки мы можем уже перейти в проект «Живая очередь». То есть на нее нажимаем, у нас идет переадресация. Ждем немножко. И все получается, вот у нас регистрация прошла. И вот это вот личный кабинет «Живой очереди». То есть здесь мы уже сможем, например, купить юнит за 300 рублей, за 900 рублей, за 3000 рублей, то есть и любое другое количество. То есть чем больше у нас будет юнитов, тем больше, то есть, возможностей у нас для заработка. Вот я вот у себя купил сразу же 10 юнитов за 3000 рублей. То есть и делается это очень просто. Нажимаем на кнопочку. И вот здесь можно выбрать платежную систему. То есть либо Payeer, либо можно через вот эту платежную систему. То есть здесь можно оплатить с помощью карты. Вот эти разные U-Money, WebMoney, Tele2, МТС. То есть различные способы оплаты здесь можно выбрать. Но проще всего можно с какой-то со своей карты оплатить. И здесь вот небольшая комиссия еще берется, 3113 рублей. Но когда вот я платил с Payeer, там было без комиссии. Там было ровно 3000 рублей. Все, после того, как вы оплатите, у вас здесь уже появится на счету количество 13 поинтов у вас будет, 13 юнитов. И получается 1 апреля в день старта, то есть начнется уже распределение маркетинга, и вы уже начнете зарабатывать в этом проекте. Вот также, то есть советую, можно зайти в раздел «Мой аккаунт». Вот здесь у вас есть реферальная ссылочка. Вот, но лучше всего, конечно, брать реферальную ссылку из Просто Гейма. И уже ее рекламировать, то есть по вот этому моему видео. Вот, а так здесь вы можете заполнить свои реквизиты, банковскую карту, кошелек Payeer, социальные сети свои добавить, информацию обо мне добавить, написать. Потом безопасность здесь можно сделать, то есть поменять пароль свой, подключить Telegram-бота, то есть нажать на кнопочку, у вас подключится Telegram-бот для сообщений. Перейти в раздел «Настройки», то есть здесь вы можете также сделать какой-то командный чат в Telegram, например, для своей команды, приветственное сообщение написать для своих уже партнеров. И то есть вот эти вот настройки все провести,
И когда уже человек будет регистрироваться под вас, ему будет уже отправляться нужная информация. Вот, и давайте сейчас вернемся в кабинет ProstoGame. Переходим в меню. И вот здесь вот также есть раздел «Мой аккаунт». И вот здесь вот у вас есть партнерская ссылочка, вот такая вот, на ProstoGame. То есть вы можете ее скопировать. И вот потом уже, получается, на этом лендинге вот эти вот ссылочки поменять на свои. То есть зарегистрироваться в проекте «Живая очередь». Давайте ссылочку поменять, эту ссылочку поменять. Вот, и также можно поставить ссылочку будет на Telegram-чат поддержки партнеров. То есть для своих партнеров я даю шаблон вот этой страницы. И вы можете его потом в дальнейшем отредактировать и начать рекламировать этот проект. Но также под этим видео вы можете посмотреть дополнительные еще стратегии по развитию в этом проекте. То есть стратегия 10-10-10 и стратегия «Заплати другому». То есть вот такие видео можно будет посмотреть, поизучать. И обязательно, то есть уже потом заходите, когда зарегистрируете в Telegram чат поддержки партнеров. Там уже вы получите всю подробную информацию от меня по продвижению этого проекта. То есть и также получите шаблончик вот этой готовой уже странички для рекламы. Все, на связи был Вячеслав Опилкин, жду вас в своей команде. И давайте сделаем вместе хороший заработок в этом проекте.